Скончалась долгожительница российской эстрады Алла Баянова. Королева романса, как ее часто называли, не раз бывала с концертами в Ярославле. Баянова – сценический псевдоним. Отец Аллы Николаевны был оперным певцом. Родилась Алла Левицкая в Бессарабской губернии, ныне это территория Молдавии. Дебютировала в Париже еще девочкой, пела вместе с отцом в русских ресторанах. Об этом она рассказывала в интервью городскому телеканалу. Тогда она только вернулась на родину и написала здесь книгу воспоминаний «Гори, гори, моя звезда». Встреча в Ярославле, вот с ярославцами, позавчерашняя встреча и вчерашняя встреча мне доставила столько счастья и радости, и я хочу их еще раз поблагодарить за те великолепные цветы, за ту горячность, за ту ласку, которую они мне дали на моих концертах. Мои концерты длились больше 3 часов. Алла Баянова любила выступать в Ярославле, а еще певице нравилось ходить по магазинам города, и она всегда там что-то покупала. Свой сценический облик Баянова выстроила еще в юности, когда мать, бывшая артистка кардебалета, шила ей платье под тургеневских девушек. Да и репертуар старалась сохранить ностальгически, он нравился иммигрантской публике.